Кульминацией первого межрегионального фестиваля детских духовых оркестров «Соборная площадь» стал грандиозный праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Всем известные произведения, в том числе и гимн Российской Федерации, исполнял сводный детский тысячный хор из числа хоровых коллективов образовательных организаций региона. Аккомпанировал хору сводный духовой оркестр, созданный из участников фестиваля. В качестве дирижера более 200 юных музыкантов выступил художественный руководитель и главный дирижер Ульяновского государственного духового оркестра «Держава» Валерий Уткин. Всех участников фестиваля поприветствовал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Несмотря на достаточно прохладную, в общем-то, пока еще не летнюю погоду, мы с вами имеем возможность во весь голос заявить: нам тепло. Тепло от той музыки, тепло от тех песен, тепло от той замечательной идеи, которая долго обсуждалась, но быстро была реализована. Почетным гостем фестиваля стал президент Ассоциации духовых оркестров и исполнителей «Духовое общество», лауреат премии правительства Российской Федерации Михаил Брызгалов. В этом году впервые в рамках национального проекта «Культура» проводит несколько фестивалей в стране, в том числе и в Ульяновске. Для нас очень важно посмотреть, сделать выводы, сделать, наверное, некоторые работы над ошибками для того, чтобы в следующем году здесь, в Ульяновске, на базе уже существующего и хорошо сбалансированного фестиваля, может быть, попробовать какой-то пошире сделать фестиваль, пошире по географии. Но, с другой стороны, вы также видите, что и в этом году представлены и Москва, и регионы Приволжского федерального округа, поэтому мне кажется, что мы идем в верном направлении. Михаил Брызгалов отметил, что последние полтора года в федеральном правительстве и Министерстве культуры идет большая работа по воссозданию на территории страны собственного производства отечественных музыкальных инструментов. Уже появились серии с полной линейкой духовых инструментов. В дальнейшем лучшие духовые оркестры страны по итогам конкурсных программ будут получать комплекты музыкальных инструментов отечественного производства за счет федерального бюджета. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.